Все, запись пошла. Так, здравствуйте, Шургалма. Здравствуйте. Тезка моя. Я вам передаю вот микрофон. Вот, возьмите. Спасибо. Вы будете первым задавать мне вопросы, а потом я. Я в роли ведущей, да, сегодня? Да. Это у меня первый опыт. Да, очень интересно. Давайте, поехали. Мне самой волнительно. До чемпионата России по мужской борьбе вы раньше интересовались вольной борьбой? Нет, вообще никак. Для меня вольная борьба — это вообще что-то из потустороннего мира. Максимум я сталкивалась с борьбой на сурхарбанах, там мой дядя боролся. И вот, знаете, вот были такие вот семейные обряды, что-то типа обои и так далее. И там нас детей заставляли бороться, девочек, ну, сестры с сестрами, братья с братьями. И для меня это было одно из самых нелюбимых вот моментов, потому что я вообще... Такая маленькая, хрупкая. Ну да, там. То есть меня забороть... Хотя я жилистая, но все равно я не люблю вот это вот, это не для меня. Вот. Я люблю командный вид спорта, а вот это это все-таки очень такой тактильный вид спорта, где ты друг друга трогаешь, а я вот как бы не особо такое приветствую. Ну, то есть не то, что приветствую, я не люблю вот это вот все. И для меня борьба — это вообще... Я ее раньше не любила. То есть для меня это было прямо, ну, типа, нет. Вот. Как-то так. Ну, честно, зато отвечаю. Вот, вы на чемпионате России 4 дня были, я следила за вами, брали интервью знаменитых борцов. Какие впечатления оставил вот у вас чемпионат России, предолимпийский? Ну вот, кстати, вот этот чемпионат России, он поменял просто на 360 градусов мое мнение о борьбе. Это действительно люди, борцы, и вообще, в принципе, все спортсмены — это какие-то просто гиганты. Это люди из какой-то стали, из какой-то просто... У них настолько огромная сила воли и вот эта терпеливость, вот эта вот напористость их, я не знаю, ну вот на вас посмотреть, да, ну ладно, к вам вернемся позже. И для меня борцы, спортсмены открыли заново. И в эти дни не существовало никаких границ. Агинский, Закаменский, Тункинский, все были как одно целое. Да, у нас же есть вот эта провинциальность, какого-то района там, да, вот у вас такой-такой акцент. В те дни не существовало ничего, ни акцентов, ни разных диалектов и так далее. Все были как одно целое. Когда мы едины, мы не победим. Да, все верно. И это, конечно, очень сильно заряжало энергетически. Прямо вот я такая наполненная была, выходила прямо. Ну, мне было даже... я не могла уснуть. Это как, вы знаете, вот после тренировок, после бега, как будто бы я бегаю. Кого я обманываю? Ладно, шучу. Вот, и действительно, это такой заряд энергии. И мне безумно понравилась борьба. Вот. Классно. На этой неделе вы вот пришли к нам в гости в зал ФСК. Какие... Ну, новое для себя открыли про женскую борьбу, про наш вид. Да-да-да. Во-первых, такой сразу флешбэк, потому что я тоже была на тренировках у мужчин, и тогда я себя чувствовала там максимально некомфортно. Потому что ты одна, и 150-200, я не знаю, борцов, они все бегают, носятся. Да, они еще такие все, я не знаю, они так еще сейчас смотрят на тебя, типа, мол, что ты тут делаешь. Я еще со своими вопросами к ним подходила, такими каверзными. И когда я попала вот в зал к вам, и мне такое прямо вообще такое расслабон, я почувствовала себя, не знаю, в своей тарелке, потому что я видела вот это вот мои как бы сестры, я не знаю, но мне было очень приятно видеть девушек на ковре, как вы боретесь, как вы занимаетесь. Вот моему оператору, например, было некомфортно там, типа вот одни девчонки. Вот, ну и я познакомилась не со всеми, но с некоторыми, и... Вот я лично влюбилась, ну вот вы понятно, да, мне очень понравилась Алена Сангадиева, это мой просто крашик. Такая клевая, такая добрая, мудрая, не по годам, очень приятная девушка. И я думаю, что у нашей сборной Бурятии есть очень большие шансы вот на этом чемпионате. Он, кстати, предолимпийский, очень важный, поэтому я почему-то уверена, что наши девчонки выступят на уровне. Отлично. Вот вы брали интервью у моего брата Батора Черевича. Да, вот у нас спойлер. Это сидит родная сестра чудо Батора. Мы это, как его, не знаю, это борцовская семья или не борцовская семья. У нас в семье 4 мастера спорта. Ну, конечно, борцовская семья. И это, папа нас, это, у нас в семье много. 7 братьев и 3 сестры. Ничего и одна себе. Сестра борется, я второй брат в семье. Да, какие он впечатления оставил после интервью? Скажу сразу, что это единственный борец, мужчина, который просто вот так вот, когда я его вижу, мое сердце прям тук-тук-тук-тук-тук, потому что я не знаю, но такой
искренний, добрый и честный человек. Мне кажется, порой где-то он чересчур, конечно, такой по-детски какой-то наивный, где-то какие-то такие милые глупости говорит, но в этом его, как сказать... Зимненько. Да, в этом есть и его... В этом он и есть весь такой, какой он есть. И я очень рада, что познакомилась с таким человеком. И классно, что у вас такой брат. Да, супер. Сама балдею от этого. Вот. Ну, я, в общем... Этот чемпионат России, который прошел среди мужчин, он действительно поменял мое мнение о борьбе, в принципе, о борцах. И, наверное, к спорту я теперь отношусь более как-то... То есть я хочу заниматься спортом теперь, потому что я вижу, насколько это люди в жизни, это насколько помогает. Да. Вот, и чего вы пожелали бы нашим, ну, нам бориться на чемпионате России и вообще в жизни? Ну, наверное, самое главное, наверное, банально скажу, вы уже чемпионки. Добиться таких успехов, как вы, даже попасть в сборную Бурятии, столько усилий потребовалось, наверное, вам для этого. Плюс я опять-таки сейчас, наверное, про такую вот очень важную мысль, что вы на ковре все равно вот боретесь, женщины, вы и дома приходите, у вас есть там свои какие-то обязанности. Вы же мама, да, двоих детей. Да, мама, да. И у вас там очень много девчонок, которые только-только вышли из декрета, по-моему, даже грудью кто-то кормит, но при этом не бросают свою карьеру. Еще у вас есть мужья, за которыми вы там по-любому готовите, варите, парите, отглаживаете. И вы для меня уже просто героини. И я очень рада, что у нас есть такие девушки, женщины, молодые девчонки, как вы. В любом случае, вы уже победители. Спасибо. Что бы ни происходило на ковре. Вот. Спасибо, очень приятно слышать. Так, вот все? Да, все. О, слава богу. Так, отлично. Но у меня будет побольше вопросов, поэтому приготовимся, давайте. Давайте. Мы тезки. Да. Жургалма, жургалма. Наше имя обозначает счастье. Вы счастливы? Конечно, я очень счастлива, да. В чем заключается ваше счастье? Счастье, ну, я мама двоих детей прекрасных, и вот смотрю на своих детей, всегда радуюсь, спасибо, ну, спорту, вольной борьбе, что у меня все есть, что она мне дает, ну, и счастлива в целом. А сколько лет вашим детям? Старшему 3 года, младшему 7 лет. 7 лет, ничего себе. То есть вы вообще, по вам не скажешь, в такой хорошей спортивной форме. Да, я удивительно быстро зашла в спортивную форму после родов. Ну, я борьбу никогда не бросали, всегда занималась. Дома, там, на улице, в лесу всегда занималась. Потрясающе. Просто... Поэтому мне легко было входить в форму. Плюсы все-таки, да, вот в этом спорте. Да, одни плюсы. Хорошо. Ну вот теперь от лиричного, да, перейдем к делу. Жургалма, сколько у вас вообще регалий? Я вот знаю, что вы чемпионка мира среди студентов, чемпионка России. Чемпионка ярыгинских турниров, ну, многих международных турниров, второй призер Европы. Еще что-то? Там кубок, пятикратная чемпионка Кубка России, второй двукратная призерка Кубка мира. Ничего себе. Вот так. Как пятикратная чемпионка Кубка России. У кого больше наград, у вас или у брата? Ну, вообще, если считать по уровню, ну, у меня всех выше, я мастер спорта международного класса, а у меня братья, ну, старший брат мастер спорта международного класса тоже, ну, 2 брата мастер спорта, просто мастера спорта. То есть вы круче? Да, я круче. Слышали, да? Слышали? Она круче. Да, здорово. Да. А у вас 7 братьев и 3 сестры. Вы самая младшая. Итого у вас 10 детей в семье. Да. Ваша мама героиня? Мама у меня героиня. Она, получается, всю жизнь рожала, она всю жизнь была беременна. Я вообще сама до сих пор в шоке. Когда мне, ну, говорю, что моя мама, мать героиня, у меня мурашки до сих пор всегда бегают. Ничего себе. Как вообще, каково живется в современном мире, где в семье 10 детей? То есть как вообще справляется мама по быту? То есть как вы вообще, каково это иметь за собой такой тыл? Я, ну, родителям всегда благодарна, что у меня столько братьев, сестер. Я маму всегда мы носим на руках. Вообще, сколько лет маме? Маме 53-го года. Папа 54-го года. И это
всегда благодарна своим родителям, что они нас так воспитали, не только как, ну, лично в спорт привели меня. Угу. Так вот. Ничего себе, угу. 10 детей. А кто все-таки повлиял на то, чтобы вы занимались спортом, борьбой? Братья? Братья, да. А кто именно? Ну, их семеро? Да, семеро. Ну, старший брат Батыр, вот мы пошли по его стопам, и у меня тоже Костя брат приходил с тренировок, и со мной, на мне отрабатывал свои приемы там всегда. И, ну, отрабатывали как-то, начинали бороться. Я его всегда физически сильнее была, его физика могла там уронить. Да. А он мне техникой брал всегда. Ничего себе. Все так потихоньку-потихоньку осталось в борьбе. А сколько раз подтягиваетесь? Я смотрю просто на ваши плечи, руки, я просто могу 30 понимаю. Раз. 30 раз? Да. 30 раз? Боже рекорд мой. У меня был 38, ну 40 вообще. А ты сколько раз подтягиваешься? 30. А ты? 7. Слышали, да? Кошмар. Ну, еще набираю после родов, пришла еще потихоньку набираю, надо же до 50 дойти. А у вас когда-нибудь были драки? Где вы выясняли конфликты на кулаках, вне ковра? Ну, если так... Ну, один момент был такой. Я сразу ее кинула, бросила, она сразу успокоилась, и все, не лезла уже. Поняла, да, что с вами... Да, не надо. Здорово. А это можно ваш номер телефона, если что? Я там сразу вам Конечно, наберу, проблемы там будут, звоните. Подъедем, решим все. Уже мне не страшно. Хотя, вот, слышите, да, так что вот. Окей, здорово. Ну и мой, наверное, любимый вопрос, который я задаю всем борцам. Как относитесь к тому, что многие считают, что вольная борьба – это абсолютно не женский вид спорта? Да, наоборот, надо заниматься вольной борьбой, потому что борьба – это очень красивый вид спорта. Мы как кошки на ковре, грациозные, красивые. Угу. Я вот после родов быстро вошла в форму насчет борьбы. Угу. Ну, борьбе. Ну, то есть это все-таки какие-то стереотипы, да? Да, конечно. Угу. Хорошо. Я читала одно ваше интервью, и в котором вы говорите о том, что перед каждыми схватками вы молитесь, да. И еще вы на сборах не показываете свои любимые, ну, самые главные приемы, чтобы потом удивить своих соперниц на ковре. Вы придерживаетесь до сих пор вот этих правил? Да, конечно, я очень религиозный человек, я всегда утром молюсь, вечером молюсь, ну, по жизни всегда молюсь. И это мне помогает по жизни всегда. Ага. А молитесь это перед схватками молюсь, перед взвешиванием, после взвешивания, ну, всегда. Угу. То есть, получается, ну, с РЖМ делать или да, что? Да, с РЖМ обязательно. Перед соревнованиями ездим специально в Датсан, в Волгинский Датсан. И, наверное, добавлю ложку дегтя в наше интервью про взвешивание. Понимаете, о чем сейчас будет вопрос? Нет. В 16-м году, помните, были? Да. Я, наверное, задам все-таки вам давайте. Его. В 16-м году был случай, где на чемпионате России вместо вас взвешивалась другая спортсменка. На 2 года вы выпали из спортивного мира, вас дисквалифицировали. Как так вышло? И что? Ну, дисквал не было. Не было, да? Не было, не было. Ну, в общем, видимо, неправильная информация. И как этот случай повлиял на вас? Я вижу, сейчас вы в отличной форме, вы снова в сборной, и у вас, ну, вы очень уважаемая спортсменка, но как этот случай повлиял на вас? Ну, вот я тогда, у меня 500 грамм, ну, чуть-чуть оставалось 500, там 400 грамм оставалось, я думаю, что же сделать, и за себя, ну, поставила на взвешивание девочку нашу, и все, ну, нас заметили, ну, мы взвешивание прошли, нас заметили, и все, вызвали, главный тренер нас вызвал, сказал, а ну, что, я была похожа на вас? Ну да, думаю, буряты, мы все похожи, может, там никто не узнает, и все. А там был тренер, который, я была же лидером, и все, а там еще одна лидер есть, они следили, какой я номерок достану, и они смотрят, что за меня там другой человек, и сразу сказали главному тренеру. И все, он нас вызвал, я говорю, ну, говорю, так, ну, все, говорю, снимайте, только одну меня снимайте, а взяли, нас двоих сняли с соревнования. Стыдно. Ну, конечно, было стыдно за, ну, что я подвела девочку. Сборную. Ну, сборную тоже, конечно. Какой урок из этого вы для себя получили? Ну, урок надо было просто пораньше начинать вес гонять. Мне это чуть-чуть попозже начало. Надо было за месяц начинать, а я там 2 недели оставалась и начала поздно гонять. Так что надо все делать вовремя, начинать. Все. Что посоветуете вот как раз-таки начинающим спортсменкам, действующим, чтобы вот... Разные же бывают случаи. Каждый способен на ошибки. Господи, да, было да было. Самое главное делать уроки. Ну, мы с этой девушкой, наоборот, хорошо общаемся. Ну, человеческие качества у нас, ну, друг другу
как наоборот, лучшие подруги мы сейчас по команде. Все, как друг тренер отнесся к этому? Ну, тренер, конечно, расстроился, ничего, он меня поддержал. Говорит, ничего, бывает, с кем не бывает. Ну все, идем дальше, работаем. Все, пашем дальше, да? Все, здорово. Хорошо. Как готова сборная Бурятии? Ну, прогнозы давать, конечно, таких четких не буду. Ну, примерно я рассчитываю на 4 золота. У нас условия все создали. Девчонки, смотрю, вот, ну, мы все хорошо готовы, уже пошли чуть-чуть на спад, чтобы набраться свежести перед соревнованиями. Но про Стальвиру я все-таки скажу. Вот у нее сейчас происходит подобная ситуация, как с Жирбаевым. Почему? На нее уже, как и на него, повесили эту медаль, и как и на Балдана Цжипова. То есть им уже все заведомо, чемпионат не прошел, им уже вручили золотую медаль. И, соответственно, публика, ну, зрители все ждали вот этого, что у нас будет золотая медаль. И на Стальвиру сейчас тоже такой же большой груз ответственности лежит. И вот эти вот родные стены, они вот... две стороны одной медали. Они как будто бы прибавляют сил, да, уверенность, и в то же время это такая ответственность большая, да, чересчур, и такая вот прям мандраж, да? Согласна с этим? Ну, бывает такое, да. Вот это мандраж направить в нужное русло надо, самое главное, не перегореть. Все. Как вы, вот как вы готовитесь, как вы вообще, что вы делаете для того, чтобы вот быть в тонусе, я не знаю, не перегореть, как вы сказали? Ну, самое главное быть, я физически очень хорошо готова, вот когда твои родные смотрят на тебя, это наоборот придает силы, ну, мне вот лично придает силы, когда там Жаркалма, Уракша, там уже все, настраиваешься, отключаешься, все, только идешь за победу. Поэтому, дорогие друзья, приходите болеть за наших бориц, им очень нужна наша поддержка, по-моему, билеты там стоят что-то рублей 100-300, ну, вообще, недорого. Да. Поэтому мы будем рады, если все придут, да, и поддержат. Мы ждем вас всех. Отлично. Приходите поддержать нас. И вообще, у вас, вы там все как сестры, да, я так понимаю? Да. Все дружите друг с другом? Нет, да, никаких подводных камней среди девчонок? Потому что все равно девчонки, нет? У нас, наоборот, борцовская семья очень такая дружная семья. Ну, я как старшая всех стараюсь объединять, всем подсказывать, кому-то там... ну, если начинают там такие, бывают же молодые, дерзкие, их сразу успокаивают, что нельзя тогда, да, что нельзя так вести, надо уважать старших. У нас всегда было, чтобы мы всегда уважали, ценили, ну, старших. Хорошо. Равнялись. А вот на ковре вот, считается, что борьба женская, она более... Приемы иногда бывают грязными, то есть девчонки могут за волосы схватить или что-то такое сделать. Это правда? Я просто ни разу не видела женскую борьбу, я не знаю, чего ожидать вот 11-12 мая. Да, девчонки бывают жестко борются, могут. И у меня такой тоже момент был, меня за волосы таскали там на чемпионате мира как раз по студентам за выход в финал. Ну, она выигрывала, меня за волосы взяла, и давай таскать меня. Я говорю, ой, ну, судья, говорю, что она меня за волосы держит. Ну, ее наказали за это. Ничего себе. Ну, я вот сейчас, когда была на тренировках, на ковре одни волосы, волосы, волосы просто летят. Они, вот у вас очень красивые длинные волосы, я смотрю, просто шикарные. Да, я ухаживаю за волосами. Очень заметно. А как вообще в борьбе это не мешает? Куда вы вообще? Что косичку делаете? Когда заплетаешь, наоборот, мешает. Все, убираешь туда резиночками. Ага. Прикольно. А чем вообще вы отличаетесь от... Понятно многим, но что-то, может быть, есть такое уникальное, чем вы отличаетесь от, от мужчин-борцов? Ну вот я тренирую, бывает, спрашиваю, как работать с нами, с девушками. С ну, кем мы... легче, да? Да. Ну, конечно, легче, говорят, с парнями, потому что мы можем девочке характер свой показать, не молчать. Ну, мы как есть говорим, там, заплакать, убежать, там. Ну, я так не делаю, но девчонки там молодые, смотрю, они могут заплакать, убежать. И все. Я поняла, у меня что... попались такие тренера, которые, ну, понимают меня с полуслова, друг друга мы понимаем, земляки мои из Бругзина как раз. Это Цедем Бальжанович Гулгенов, Максим Малонов и мой брат Батра Черевич. Они меня с полуслова понимают, и они потому что с детства со мной. Кто является на этом чемпионате, ну, вот, на будущем чемпионате для нас явным соперником? Ну, так, чтобы один регион выделить такого нету, со всех регионов есть свои хорошие девочки. Чтобы один регион такого нету. Ну, красноярские девчонки хорошие есть. Ну, есть с кем бороться. Ну, то есть сборная Бурятии, она лидер, ну, как бы лидер. Лидер дефо, да. Хорошо.
хорошо. А в мире кто у нас является соперником? В мире у нас лидеры японки. Угу. Ну, все равно сейчас уже меняется там, и китаянки хорошие выходят. Угу, угу. Азиатская школа, да, азиатская борьбы, школа, да? Борьбы очень сильная. Интересно. Борьба. А вот кто является для вас таким вот примером, на которого вот вы вот... я знаю, что для вашего брата это был Борис Дугданович, угу. Да? А для вас кто? Ну, в женской борьбе это Каори Ича. Это японка, да? Японка, да, угу. Трехкратная чемпионка, четырехкратная олимпийская чемпионка. Угу, угу. Вот она. А из наших местных спортсменок? Ну, конечно, Любовь Волосова наша, на нее равняется, наша старшая сестра по ковру. Угу. Все, всегда нас поддерживает. Поддерживает. Да. Здорово. А есть ли какие-то у вас правила среди вашего вот сестринского вот это вот, угу. Как сказать... группировки, звучит как-то слишком жестко, да? Да, среди вашего общества. Ну, правил таких нету жестких, ну, просто вот уважать друг друга, всегда поддерживать, угу. Все. Угу. Ну, у вас, в принципе, так же, как у борцов, да, я просто тоже вот со многими общалась, они говорят, что вот у нас прямо вообще брат за брата. Да, конечно, это всегда было и есть, и будет. Хорошо. Жаргалма. Так, а можно вас называть Жаргуни? Вас так вообще называли, нет? Нет, меня все называют Жоры. Жаргуни, ты как-то это... Меня называют Жаргуни. Жаргуни, как будто... Я Жаргуни. У меня уменьшительно называется время Жаргуни, да. Ну, мне Жоры все называют. Жоры? В борцовском мире. В Москве на сборах бываешь, там, пока там что-то играешь в футбол, баскетбол, там, Жаргалма, пока скажешь, там, язык сломаешь, все, Жора, пас, там, или так быстрее. Ну, да, это... Ну, хотя иногда меня называют Жора, я уже когда устаю отбиваться, я поворачиваюсь, да, что... Вот один раз был случай, когда у Батра Чирча спросили, как Жора проживает, типа, ну, такой, какой Жора, типа, ну, твоя сестренка Жаргалма. А, да, он тогда узнал, что меня все Жора называют. Прикольно, а кто вас вообще назвал? Ну, девчонки, Борисы наши. Нет, имя ваше. А, мой брат старший. Спасибо, что меня назвали, ну, бурятским именем. Я всегда, ну, за то, чтобы каждый человек знал свой язык бурятский. Я своих детей, ну, с малых лет учу бурятскому, они только у меня на бурятском разговаривают. Как вообще относится к тому, то, что, ну, мягко говоря, наш бурятский язык, он вымирает. Да, ну, нужно это признать очень плохо. Это. Как вообще сделать так, чтобы он все-таки как-то существовал? Надо начинать с себя, с семьи. Вот мы должны с детьми разговаривать с малых лет на бурятском языке. Если мы не будем учить своих детей, кто их будет учить? А он нужен, этот бурятский язык? Конечно, обязательно. Зачем? Ну, мы же буряты, мы должны свой язык знать. Угу. Это вообще должно быть как табу. Угу. Да. Ну, тогда... Я всегда стараюсь разговаривать на бурятском. Я всегда говорю, ты знаешь бурятский? Если знаешь, я на бурятском разговариваю всегда. Я вот бываю, когда это, ну, в Москве, там, ну, в разных городах, даже за границей, я всегда, ну, пою песни на бурятском языке. Все говорят, о, какой красивый у вас язык. Ну, все хвалят. Здорово. И вот вдвойне приятно, когда... А никогда не сталкивались с каким-то национализмом? Вот, ну, вы же часто ездите на, вот, в другие страны ездили, в другие регионы, то есть... Возможно, как-то вот азиаты, там как-то их ущемляли или как-то. Нет, такого никогда не было, да. Ну, попробуй-ка вам, да, вас ущемить где-то сразу до 50 пор. Окей. Поделитесь вашими правилами жизни. То есть я так считаю, что вот многим женщинам, девушкам есть чему у вас поучиться. Ну, самое главное — любить свое дело, верить в себя. Всегда бывают взлеты, падения. После падения надо терпеть всегда. Идти к своей цели до конца. До конца. Здорово. Ну и завершающий вопрос, мой самый любимый. Жаргалма, а мясо все-таки вкуснее где? Ваш брат сказал, закаменское. Ну, у меня баргузинское мясо. Ладно, я шучу. На самом деле, я шучу. В общем, я желаю вам удачи. И очень рада нашему знакомству. Я надеюсь, что этот чемпионат пройдет легко, красиво, что вы будете, как вы сказали, кошечками на ковре. Да, грациозные кошечки. Да, да, чтобы все пришли болеть за наших красавиц, да? Да. Может, что-нибудь добавите? Приходите болеть за нас в ФСК 11-12 мая. Всех ждем. Бурядут, уракша! Уракша! Все, спасибо большое. Все, было очень приятно с вами пообщаться. Клево.